Всем салам алейкум, с вами Султан Аскеров. Хотел сообщить одну новость. Всем большой салам, салам. Салам, салам. Салам, салам, надо. Всем салам алейкум, всем большой привет. Ребята, хочу сообщить одну новость. Новость, как сказать. Я решил поехать в Турцию. Не то, что чтобы... Всем салам алейкум, большой привет от Султана Аскерова. Тут 2-3 дня мы ролики не ставим, как-то не получается. Ну, не получается, потому что нет времени, были кое-какие дела, надо их решать. Ой, да там можно дальше давать. Всем салам. Хотел снять. В общем, я уеду. Всем большой привет. Ребята, как видите, сегодня у меня ролик снять не получается. С утра стараюсь снять, сообщить одну новость, что я хочу поехать в Турцию. Начинаю внедряться в эту работу. Вот мне нравится, да. Надоело снимать с телефона, хочу купить себе видеокамеру. Так как у нас рядом Турция, думаю, что будет интересно поехать. И в какой именно город я еду? Еду в город Мерсин. Это курортный город такой, там туристов много бывает. Кто там не был, для тех людей, думаю, что будет интересно. Так как я куплю там камеру, мы будем смотреть на цены, все, что там не продают, и золотые магазины там, я не знаю. И обязательно на автосалоны зайдем, поснимаем цены. В общем, я думаю, что я пешком буду там гулять и все снимать. Хотел сказать это. Так, что еще сказать? Сказать больше нечего. В общем, в субботу я выдвигаюсь. Всем салам алейкум, всем большой привет. Следите за моим каналом. 2 дня ролики поставить не получалось. Всем пока.